Мы находимся на плантации сахарного тростника. Можно туда, вовнутрь. Вот. Вот эта вот травка вырастет. По 2 метра. По 2 метра. Потом ее срубят, и вот этот мужчина будет делать из нее сахарную воду и продавать. Это его земля. И это... Я думаю, он будет и сам сахарный тростник продавать тоже. Да. Вот. Нам сказали, что эта травка будет расти до размеров тростника в течение 3 месяцев. Как нам туда проникнуть? Наверное, как-то можно проникнуть. Вот тут, да? Дальше, да? Бананы. А, вон там бананы у него растут за компанией. Вита общается с этим человеком на английском, но, видимо, он знает его не очень хорошо. Поэтому мы используем язык жестов и повторные вопросы. По 2, по 3, по 5, по 10 раз. Вот. Вот это вот растут бананы. Неурожайные в этом году бананы. А спроси, здесь живут обезьяны, они вообще... Грабят? Да, много манки. А спроси, у них обезьяны воруют бананы, нет? Да, обезьяны воруют у них бананы. И в этом году у них не урожай бананов получился. Вот, а спроси, а почем они продают бананы, когда у них вырастают? Куда они их сдают и почем? What a price is banana, if you have a banana on the day, what a price is you selling? Banana is... Вот это сахарный тростник. Именно вот этот. 1 рупия, 1 банан стоит. Вот так. А нам продают за бешеные деньги. Ну, зависит от размера. 1, 2, 5. Понятно. А маленькие бананы стоят дешевле или дороже? Вот ты, конечно, это задал вопрос. Угу. Вот. Хозяин это. Как я люблю бананы. Это самая большая трава в мире. Крупнее бананов травы нет. Это трава размером с дерево. Мне кажется, что это место... Что он говорит? А, кокосы. А, вон у него еще и кокосы растут. Also yours. Belongs to you. Тоже, вот. Ему тоже ему принадлежат. Вот тут заводчик. Да, это землевладелец. Вот. Так что, ребята, если кому-то захочется, мы вот можем благотворительную экскурсию провести. Ну, может быть, не совсем благотворительную. В эти места. Благодатные места. Туристов здесь никто не видел. Поэтому хозяин с удовольствием показывает нам свои владения. А вот это что растет? Вот здесь. То же самое. Вот, 1, 2, 3. Вот эти 3 участка принадлежат вот этому человеку. А можешь попросить его еще раз повторить имя? Can you say your name again? Вилас Бандари. Ну, в общем, как слышали. Вилас Бандари, он call number 2. Хорошо. Вот. Через 2 месяца мы обязательно приедем сюда и посмотрим, как все это выросло. Вита, скажи, что мы приедем через 2 месяца и посмотрим, как это вырастет. Вот. А сейчас мы хотим вам показать темпову. Здесь у них в бедной деревне очень бедная шива темпова. Но она такая уютная. Ой! Маса, не, маса, я гарбаза. Вот. Вот. Они там о чем-то беседуют.
Вот. Вид, скажи, что мы пошли в Шива Темпл и поснимаем. Вот. Вон она, это темпл вдалеке. Угу. Скажи, что мы не уходим, мы идем в темпл, и мы его там подождем. Так у нас в деревнях разговаривают на расстоянии крика. Доброе утро. We want to make a video of Shiva Temple. Shiva Temple. Yeah. Вот он, Temple. Сейчас мы быстренько до него дойдем. My name? Yes. Violeta and Lena. Лена? My name Lena? Violeta. Ну, наши имена для них такие же сложные, как их для нас. Ну да. Вот. Сейчас начало лета. Земля плавно приобретает вот такой вид. То есть, если в начале зимы все было зеленое, все было цветущее, то в начале лета земля превращается... выжженную степь. Его ребенок уехал работать на работу. What are you doing there? Nothing. Pasta board is doing. Sorry? Pasta board. На лодке. А, то есть его сын, видимо, уехал работать на корабле. Ребенка. Ну, ты спроси, это мальчики, да? Son or daughter? Daughter. Дочки 19-20 лет приехали. Ну, тоже, видимо. Куда-то работать. Вот, а спроси, здесь вообще, в принципе, сколько удается заработать ему за год? Вот со всех его доходов, вот все, что он там, приблизительно. Некорректно думаешь? Я думаю, что он не поймет меня. Language is... Yeah, very difficult. Difficult. Это примерно так же, как мы с Дэйли с мамой общались. А, то есть очень сложно. Очень сложно. Он всего 6 классов. 600. Ну, в общем, в следующий раз нам нужно будет привести кого-нибудь, кто знает местный язык. Да. Спроси, на каком языке он говорит. Which language you speak? Yes. Which language you speak? Конгани, инди. Конгани, да? Конгани, марати, инди. Вот, то есть нам нужен человек, который говорит на хинди, конгани. Каннада. Еще какой-то, карнад какой-то. Вот. Давай, у меня последние 2 минуты, я быстренько иду в темпл. То есть вот тут вот темпл у них строится. Вот. Здесь вот ребята что-то делают. Видимо, они все-таки решили довести до ума свою темпл, потому что вы сейчас увидите, в каком она состоянии. Хотя нет, они что-то здесь другое рядом делают. Вот это вот темпл. Шива темпл. То есть, если вы когда-нибудь видели, как выглядят шива-темплы в туристических местах, вы бы никогда не поверили, что это тоже шива-темплы. Вот. Вот, вот, вот. Я вижу 2 детей. Вот, вы, наверное, тоже дети этих мальчиков. Я разуваюсь в данный момент, поэтому съемка вот такая. Вот здесь вот у них просто нет стены. То есть вот ее нет, как факт. А вот это вот место самого поклонения. Вот это, я так понимаю, сам Шива. Какие-то моменты начинаешь просто любить этот народ, хотя до этого сталкиваешься
грязью, воровством и грубостью. А вот это колокольчик. Вот. Мальчишки. Вот. Ну, на этом я заканчиваю эту запись. 10 минут закончились, а больше 10 навряд ли вылазится. Ай! Вот. Пока-пока всем.